Мексиканская полиция провела блестящую операцию по поимке белого бегемота. Животное разгуливало по улицам города, пугая прохожих. Стражам порядка без труда удалось окружить неповоротливого зверя и загнать в клетку. Но гораздо сложнее было выяснить, откуда он взялся. Единственный бегемот в местном зоопарке оказался на месте, и полиции пришлось провести целое расследование. В результате удалось задержать владельца животного, причем выяснилось, что питомец жил у него нелегально. Никаких документов мужчина предъявить не смог. Теперь ему грозит крупный штраф, а у бегемота в местном зоопарке, скорее всего, появится сородич.